Ну что, мои дорогие, я вас приветствую. Многим знаком, да, этот дом. Здесь, конечно, небольшая придомовая территория. Есть небольшая детская площадка, есть несколько парковок, подземной парковки, паркинга. Вот машина заехала, будет заезжать. Закрытая территория, аккуратная подъездная группа, великолепные квартиры с витражными окнами и так далее. Статусом квартира. Поэтому преимущество. Мы находимся на улице Учительская. Мы буквально в 100 метрах от там, максимум Курортного проспекта, ваш любимый золотой треугольник. Ну и главное самое — это цена. Потому что сейчас вот звонила женщина мне и говорит: Дмитрий Александрович, это фейк, не фейк, разместили там на ресурсах это объявление. Нет, это не фейк, потому что за такие деньги продаются черновые варианты. У нас 57 квадратных метров, клевая квартира с классным ремонтом. И, соответственно, цена 22 миллиона рублей в данной локации. 22 миллиона рублей в этой локации. А так, в остальном, себе. Я всем привет. Это Сочи, Краснодарский край. С вами ваш поклонный слуга Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Низкий вам поклон. Хочу незамедлительно вам показать эту квартиру. Очень многим людям нужна большая площадь за хорошие деньги. Что вы купите за 22 миллиона рублей? Мало что вы купите. И, соответственно, это будет все равно подальше и так далее и тому подобное. 57 квадратных метров – это уже хорошая площадь для этой локации. В свое время здесь продавали по 15 миллионов рублей маленькие-маленькие студии. Поэтому давайте поднимемся с вами сейчас на высокий этаж. Потрясающий, вы увидите вид на море. Очень хороший ремонт. Вот. Пожилые люди решили перебраться чуть подальше, вот, поэтому, может быть, купят дом себе, может быть, еще что-то, вот, ну, а вы, может быть, наоборот, приедете, вот, знаете, есть люди, мы хотим центр, не ваши там каштаны, не вашу там деревню и так далее, мы хотим центр, поэтому, если вы хотите центр, еще раз говорю, улица Учительская, многие знают прекрасно этот дом, поэтому приходите, смотрите, отличная квартира, великолепная подъездная группа. Все, телефон. Великолепная подъездная группа, зашли сюда, здесь тоже все нажали, соответственно, зашли, вот, получили свои квитанции, оплатили свои квитанции, дорогие друзья, и все, и вперед, давайте пойдем, покажу вам квартиру. Вот, дорогие друзья, вы вышли из лифта, у нас два, соответственно, лифта, это очень удобно, очень комфортные подъездные группы, обратите внимание, хороший керамогранит. Здесь у нас штукатурочка, все смотрится отлично. И, соответственно, вот ваше окошко, вот, собственно говоря, ваши цветочки, и вы попадаете в саму квартиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Это квартира на продаже, вы что здесь делаете? Продаю. Хорошо, отлично. Заходим в квартиру, с левой стороны у нас сразу с вами. Ну, вот вы зашли, соответственно, посмотрели на себя, красивых. С левой стороны у нас здесь вот такая вот гардеробная, разводочка вся по электрикам. Можно здесь наблюдать, все подписано, не ошибетесь, здесь все аккуратненько. Чистенько, с подсветочкой. Дальше, напротив, соответственно, стороны сразу у нас, напротив гардероба, у нас ванная комната. Пожалуйста, биде, раковина, зеркало, стиралочка, джакузи. Все есть, полотенцесушители. Дорогие друзья, все укомплектовано абсолютно полностью по полной программе. Все, сочетание белого, светло-голубого, как вам? Дальше, по левую сторону у нас спальня. Обратите внимание, теоретически спальное место, можно что-то убрать, что-то новое. Поставить здесь шкаф, люстра, потолочки, телевизор. И, соответственно, окошко с видом, давайте покажу вам, чтобы у вас было понимание, окошко с видом на город, на зелень, то есть все вы здесь аккуратненько видите. Дальше двигаемся с вами напротив, у нас напротив гостевой санузел, обращайте внимание, на всякий случай накопите, что свойственно для нас иметь, так сказать, в городе Сочи. Ну, гостевой санузел есть. Дальше у нас такая гостиная, можно сказать, да, здесь у нас, естественно, сплит, здесь телевизор, ну, то есть, теоретически у нас есть и обеденная зона, но на всякий случай, может быть, вам будет здесь более комфортно. Опять же, можно как-то это все перепланировать по-другому, как вам угодно. Еще вам спальня, обратите внимание, раскладной, естественно, диван, телевизор, там здесь зона для релакса, знаете, как у психологов, друг напротив друга садитесь и рассказывайте о своих каких-то жизненных трудностях, проблемах и так далее. Напротив, опять же, обратите внимание, у нас сектор частный, и жилые дома есть, ну, зелень есть, и все есть. И вы уже, соответственно, вот любуетесь, в шаговой доступности у вас перекресток, вот. Да, ну нет, ну, локация это максимально потрясающая, а еще больше потрясающая цена. У нас есть также с вами балкон, еще есть ниша для хранения хлама, вот так вот аккуратно потянете, это все дело поднимается, и там у вас хранится определенный, так сказать, инструмент и хлам. Хотите, покажу? Да, нет проблем, дорогие друзья. Как хотите, вот так вот, раз, смотрите, ух, и здесь вы можете хранить определенные, как сказать, видите, даже стремянка поместилась здесь, вот, поэтому проблем нет. Сейчас я аккуратненько поправлю, потому что сейчас дальше у меня будет еще одна съемка.
все, я это дело все поправил. Выходим с вами на балкон. Здесь тоже сплит-система, на удивление, на балконе. Полотенцесушитель вот таким вот образом, да, расположен. Вот. И вот такие вот потрясающие у нас здесь рассветы, закаты. Солнышко светит. Все, все красиво. Все, как говорится, дорого, богато, ну и интересно. Нет, ну действительно интересно. Вопросов никаких нет. Ну еще мы забыли с вами про кухонную зону. Точнее, не забыли, но пока еще не показали. Давайте покажем. У нас с вами еще кухонная зона. Так, вот у нас кухонная зона. Все, аккуратненько, пожалуйста, кухонка, духовой шкаф Bosch, вытяжки, все дела, все здесь присутствует абсолютно. Ну, вот так вот в аккурат все здесь, собственно говоря, сделано. Ну, если, конечно же, обеденная зона, холодильничек Samsung, микроволновочка, все есть. Хотите по сдаче, хотите для себя на полу тепленький ламинат. Здесь тоже витражные потрясающие окна, антимоскитные сеточки, которые тоже здесь, господа, находятся. Ну и потрясающий вид на море. Вот представляете тогда себя вот здесь. Вы садитесь, как бы утром пьете кофе или вечером под закат, или будете с такими рассветами заката. Не знаю, по моему мнению, это как бы потрясающая как бы локация, потрясающая цена. Это как бы сработает и, соответственно, для вас сработает на аренду и, соответственно, для личного пользования проживания. Еще раз говорю, 57 квадратных метров, хотя бы тысячники обмеряли, здесь чуть-чуть побольше, 62 квадрата. Ну, давайте по документам плясать. 57 квадратных метров по документам, 22 миллиона, это шикарная цена для этой локации, ваш любимый золотой треугольник, приезжайте покупать. Все, всем счастья, здоровья, любви, ссылочка на социальные сети, господа, внизу, YouTube, Рутуба, Инстаграм, Яндекс.Зен и так далее. Пожалуйста, если у вас есть такие объекты на продаже, я с огромным удовольствием буду их освещать и нашим подписчикам показы, потому что это крутая цена, и я знаю, что это будет продано в самое ближайшее время, поэтому, дорогие друзья, обращайтесь, я тоже буду освещать ваши объекты, вторичку, первичку, с ремонтом, без проблем абсолютно. Все, а так, если у вас будет нужда построить дом или сделать ремонт в городе Сочи, или дать вот такую квартиру мне в доверительное управление, а уже просто получать на расчетный счет денежные средства, клининг с меня, уборка с меня, реклама с меня, все продвижение с меня, с вас столько получения денежных средств. Давайте с огромным удовольствием возьму эту квартиру в доверительное управление. Все, дорогие друзья, купля-продажа недвижимости по лучшим ценам. В городе Сочи однозначно обеспечено. За 100 тысяч рублей Дмитрий Александрович готов работать за этот гонорар. Поэтому обращайтесь. Строительство, ремонт и доверительное управление. Я вас всех обнимаю. Всем счастья, здоровья, любви. Всегда для вас на связи. Пока, семья. Пока. Очень хороший вариант. Давайте закончим все-таки этот ролик. Вот, наверное, видом, потому что он потрясающий. Вот яхта плывет. Я вам говорю пока-пока. И мы на этом как бы с вами подытожим. Да, вот она, красавица. Давайте солнышко. Вот так. Пока-пока.